Так, 24 августа 2021 год, Харьков. Вот оно, наше солнышко. Ух, бежал я, бежал, наверное, даже еще дыхание не восстановилось. Так мне хотелось на рассвете сегодня солнце снять. Да, ну это, конечно, не протуберанцы, это просто колебания земной атмосферы, но смотрится все равно прекрасно. Четвертое августа 2021 год, Харьков, 5:39 по Киеву в Харькове. С днем восстановления независимости, с 30-летием, с юбилеем восстановления независимости. Поздравляю Украину, украинцев и себя в частности. И сейчас у нас еще будет луна. Вот именно для того, чтобы снять этот инь-янь. Парочку из луны. Ну да, тут либо на солнце, либо на горизонт, на линию горизонта. Облака по линии горизонта делают солнце похожим на Юпитер с его экваториальными полосами. Спасибо птичке за антураж. Да, давеча снял совершенно неожиданно, не думал, что моя аппаратура это вообще возможно. Ганимед на фоне Юпитера. Вот давай на фоне столба, наверное, а это уже нет. Как-то движение солнца видно. Именно относительно наземных объектов. Очень классно. Нет. Ну правда, солнце замаскировалось под Юпитер. Ищем большое красное пятно. Харьковчан, поздравляю со вчерашним днем города, 367 лет городу Харькову. Рекомендую посетить по возможности, конечно, когда у кого возникнет такая возможность, зоопарк, он просто шикарен. Пусть пока еще и не достроен частично. На этом был лет 10 назад. Нет, подожди, в 14-м. И сейчас это выглядит просто прекрасно. О, о. Ты посмотри, как искажает. Это не дефект аппаратуры. Здесь вот это солнце, которое выглядит как эллипс. Это просто эффект от... воздушной линзы, земной атмосферы. Эллипсообразное солнце. Так, ну это уже все. Выдержку дальше уменьшать мне некуда. ISO 125. И пора текать. Это был стих. Чтобы не пожечь аппаратуру, пошли смотреть на красавец луну. Опа, сильно извиняюсь. Так, увеличиваем выдержку.
и полетели на наши красавицы. Совсем недавно было полнолуние. Что значит совсем недавно? 22-го, а сегодня 24-е утро. Линия терминатора теперь для нас справа. Смотри, как классно видно. Даже несмотря на очевидную облачность. Аристарх у нас сверху оказался. Вот это номер. А я смотрю, кстати, какой-то хлопец или женщина, не знаю, ну по-португальски пишет там в комментариях. Даже не знаю, кто может писать из Португалии, кроме как из Португалии. Где-то в Латинской Америке. Где португальский еще? В Бразилии, по-моему, португальский. У него перевернута луна. Я думал, это у него там какие-то дефекты телескопа, то есть телескоп такой дает. Ну, сейчас я подозреваю. Вполне возможно, она у них так и выглядит. Они-то смотрят с кардинально другой точки. А объект Луна вовсе не так уж далеко. Вот кратер Платон справа. Ха! Вообще, вот это кругленький, красивенький в левом верхнем углу. Ну вот он. Практически по центру. Ну вот сейчас по центру. 100-километровый. В диаметре кратер Платон. Триста 80 тысяч. Или даже. Да, ты посмотри. Кратер Тихо, пуп Луны. Я ему прозвище так. Ох ты, молодцы. Птички нам способствуют колоритности съемок, и на фоне солнца пролетели.